Я всех приветствую. Сегодня у нас задача. Нужно будет попробовать просверлить нержавеющую мойку при помощи вот таких биметаллических коронок. Red Verg. Древесина. Нарисован металл. Также дрель и шуруповер. Что пишут? Коронка биметаллическая. Предназначена для сверления сквозных отверстий в различных материалах. Листовом металле, дереве, пластике, ДСП. Зубья коронки изготовлены из быстрорежущей стали с содержанием 8% кобальта. Глубина реза 38 мм. Ну, посмотрим, получится или нет. И к ним также была приобретена вот такая основная часть. Это зубр. Державка для коронок биметаллических. Для коронок диаметром от 32 до 152. Быстрая фиксация. И то, что сзади написано, вот так вот. Смотрите, быстрая фиксация вот так работает. Раз, два. Коронку накручиваем и вот этой штукой защелкиваем, чтобы в пазы зашло. На коронках вот тут есть пазы. По цене державка 501 рубль. И коронки, я, кстати, думал, они дешевле. Вот тут есть и 749, и 1000 рублей. Так что не дешевое удовольствие. Но посмотрим, как она справится с пилением металла. Надо сверло вытянуть. Не, давай меньше. Вот так. Так, сверлим на какой? На вторую скорость. Ну, слабовательный, конечно, лишь отрубалась на ручке большой. Ну, сверлить же, да. Грызет, конечно, уже почти все. Пусть отдохнет, а то спали. Ну, тут миллиметр, а полтора, наверное, да? Все выламывать так. Так, короче, отверстие готово. Ну,
Не ожидали мы, конечно, что оно справится, но оно справилось. Шурик, правда, подразогрелся. В общем, ребятки, вот такие вещи рекомендуем. Можно сверлить нержавейку. Нержавейка, да. И, кстати, миллиметра полтора вот магнитом не берет. Так что хорошие короночки оказались. Кстати, да, вот один зуб улетел. Но, в принципе, так еще коронка живая.